Приветствую на канале «Моем сад в городе Уришке». Сегодня у меня рецепт высокобелковый суфле куриное. Отвариваем мы курочку, от кожицы убираем, косточки удаляем. Берем вот такие два куриных. Добавляем стакан молока. Пропустили наш куриный фарш два раза через мясорубку. Посмотрите. Посмотрите, какое оно воздушное. Так, молоко, яйцо. Стакан манки и стакан муки. Все хорошо размешиваем. Добавляем ложечку. Можно целую ложечку соли и немножко перчика. Кто не любит перчика, не добавляйте. Все тщательно размешиваем. Готовим формочку или противень, как вам там удобно будет. И разогреваем духовку до 200 градусов. Потом немножко убавим до 180. У меня будет вот такая форма. Мы смазываем все сливочным маслицем. Кстати говоря, куриного фарша у меня получилось в готовом виде 300 кг. Фарш выкладываем. Он должен вот таким вот, понимаете, не жидким быть, тянучим. Делаем форму. Все края выравниваем. Спустя 40 минут вытаскиваем из духовки. Кто еще думает, что приготовить, приготовьте белковый вот такой вот обед себе. Куриное суфле. Приятного аппетита!